Добро пожаловать в Черепановский район. Команда самых смелых, энергичных добровольцев. И единственная цель – стать полезными и помочь ветеранам. Тимуровцы нашего времени – патриоты своей страны. Отряд у нас состоял из такого много количества человек, если не ошибаюсь, около 23 человек. Все было прекрасно. Жили мы в Черепановском районе, колесили, как бременские музыканты. Выступали, проводили шефство для пенсионеров и людей, которые нуждались. Проводили различные мероприятия, как от спортивных до весьма таких, как сказать так, покорректнее, увеселительных. Проводили здоровый образ жизни для детей с 5 по 9 класса. Также проводили профориентацию с 9 по 11 класс. В каждом селе своя история. Коренные жители и присущий сельской жизни большой труд. А как говорится, 7 дел в одни руки не берут. Вот и не хватает физической силы и ветеранам, и одиноким людям. Интересные были, каждый поселок интересен был по-своему, но всегда результат оставался один и тот же, что меня не могло не радовать. Всегда все руководящие должности, главы поселков, главы администрации, главы школ всегда оставались довольными. Это, наверное, лучший показатель нашей работы. Заряд энергии и драйва мегаполиса привезли ребята в отдаленные уголки Сибири. Они рассказали сельским школьникам о том, какие профессии можно получить в городских вузах. Провели мастер-классы и спортивные состязания. Устроили настоящие праздничные концерты. В помощь ветеранам чистили снег, белили дома, мыли полы. Хотя, наверное, самое дорогое для одиноких стариков – это простое человеческое внимание. Ради идеи и просто для души бойцы новосибирского штаба трудились и днем, и ночью. За это время ребята стали не просто товарищами, а настоящей дружной семьей. Мне понравилось работать с молодежью, вести с ними профориентационную работу. Понравилось помогать пенсионерам и вообще участвовать вообще в творческой деятельности, в творческой жизни самого отряда. Почувствовать себя каким-то, не знаю, реально бойцом команды. Это очень здорово. Поучаствовал в спортивных мероприятиях, в КВН, масса впечатлений. Даже творчески сам выразился. Не ожидал от того, что я вообще мог бы сделать, проявить себя в коллективе. Это первая добровольно-патриотическая акция, которая прошла в Новосибирской области. Но уже сейчас участники «Снежного десанта» уверены, она станет для сельчан традицией. В будущем ребята планируют захватить больше территорий и принять в свои ряды таких же неравнодушных ребят, которые не только хотят выразиться, почувствовать себя нужными, но и сделать одно общее доброе дело. За рассвет и за ночь, за чистоту Байкала, за общее дело, что всех связало, за здание школы и университета, за наше с тобою отрядное лето, за рабочие будни, эмоции заряд, за крепкую дружбу сибирских ребят, за гордо в строю стоящих бойцов, за друзей, на которых положиться готов. Красноярск, Барнаул, Кемерово, Омск, Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ, Томск. Давайте же станем под флагом единым, друзья.